Всем привет! С вами Марина, да. И сегодня я буду посвящать свой выпуск кулинарии. Я буду делать кексы. Кексы будут самые обычные. И в конце выпуска я пойду их раздавать. Ну что ж, погнали! 2 яйца, 50 грамм маргарина, разрыхлитель 5 грамм, мука примерно полстакана. Мне еще нужна вот такая вот емкость. Я буду взбивать вручную. Хоть это и долго, но куда мы торопимся? Противень мой, формочки, что-то, в чем можно растопить маргаринчик. Вот. По желанию краситель. Я буду использовать вот такой вот пасхальный набор 4 цвета. Сейчас будем разбивать яички. Я обычно разбиваю не ножом, а вот так обстол. Хрес! А? Вот так выполним. Вот так, яичко. Вообще надо 3 яйца, но у меня формочки такие маленькие. И у них 3 яйца, тесто из 3 яиц не помещается. Вот такую вот вазу мы начинаем набивать. Сахар можно добавлять по вкусу. Кто не хочет очень сладкие кексы, тот может добавлять меньше. Кто хочет наоборот слаще, может добавлять больше. Лично я добавляю 16 ложек с бугорком. Сейчас мы будем отсчитывать. 2. Это собой. Наверное, сам это себе неудобно. забьется, надо будет растопить маргаринчик. Готово. Теперь нам нужно растопить маргарин. Так, формочки отойдите. Вот такая вот у меня емкость. Тесто пока в сторону. Кстати, маргарин надо заранее вытащить, чтобы он стал мягеньким. Короче, заливаем его в эту яично-сахарную смесь и ставим кружку на мытье. Ну, в принципе, смесь получается хорошая. Добавляем разрыхлитель. У меня вот такое вот волшебное дерево. Ну, кстати, хороший разрыхлитель. Ведь немного надрезаем, упаковка новая. И фу! Немножко добавляем. Так. Так, ну что, добавляем. Я почему-то всегда. Вот так, хватит. Видите, да? Вот так вот. Ой, я потеряла тесто. Здрасте, мордасти. Как вы видите, тесто уже стало довольно-таки жидким. Так, теперь, перед тем, как добавить муку, я хочу добавить краситель. Я хочу, чтобы у меня кексы были синие. Так что я, наверное, сначала располовину эту упаковочку. Я, кажется, попала. Я попала, это синий! Так, выкидываем ненужное. Засыпаем немножечко красителя. Немножечко синенького красителя. Я хочу голубые кексики. Так. Оно зеленое становится! Будут у меня рубиновые кексики. Это что такое? Это кексы-халка? Не, ладно, там не видно. Вот здесь это видно. Это кексы-халка. Берем муку.
и засыпаем ее тоненькой струечкой. Сначала добавляем немножечко и продолжаем, и начинаем перемешивать. Сейчас тесто, по сути, должно стать светлее, благодаря муке. Вроде бы. Угу. А это желтый и зеленый, это будет же синий, да? Или это я опять насвинячила? Добавляем еще немножко, потому что это недостаточно густое тесто. И перемешиваем. Аккуратно сначала. Потом мы добавляем скорость. А, нет, комочки! Когда вы видите комочки, надо сжать по полной, на полной силе. Конечно, если бы я делала бы с миксером, комочков не было бы. Но я же хотела выпить. Это пока что недостаточно густое, но уже начинает густеть. Вы можете видеть. А тесто-то как пахнет. Как будто бы на блины, честное слово. Смотрите, видите? Не надо путать комочки с пузырьками воздуха. Их просто можно избежать вот такими движениями. Как видите, их стало меньше. Намного меньше. Немного убираем со стенок. И продолжаем мешать. Я сходила за вот такой вот ложечкой. Как вы можете видеть. И сейчас я буду наполнять мои силиконовые формочки. Теста у меня достаточно. Пока будем наполнять формы наполовину. Я, наверное, поменяю их местами, чтобы видно было. Вот формочка. Берем ложечку, по-моему, и выливаем. Как вы видите, это даже не половины. Добавляем еще тестечко. И выливаем. Сейчас оно очень вязкое, очень. Я думаю, еще немножко и пойдет. Вот примерно наполняем вот так вот. Потому что разрыхлитель сделает свое дело. Все формочки у нас наполнены. Берем противень, ну-ка в сторонку. Берем формочки, расставляем их. Я расставляю всегда вот так. В три ряда. По две штучки. Важно, чтобы между ними было расстояние. Небольшое, но расстояние. Помните, я в начале видео говорила, что я пойду раздавать кексики. Но я пойду раздавать не простые кексики, а кексики с сюрпризами. И сейчас я буду делать эти сюрпризы. Весь апрель никому не верь. Так что посмотрим на доверие других людей. Будут с редиской, с луком, с морковкой, и один будет очень соленый и перченый. Редиска, поскольку слишком большая, я, наверное, сделаю вот так вот. Смотрите, какая она пятишненькая, а? Давайте в самый большой его, ее засунем. Вот сейчас. Вот наше это. Засовываем редисочку. Кто съест кексик с лучком, там максимум не повезет. Прям максимум. Я надеюсь, он не будет вонять луком. Иначе это будет фейл полнейший. Вот так. И последний. Берем ту же самую зубочисточку и погружаем их там, чтобы они не всплывали. Какая красота, не правда ли? Теперь берем соляку. И добавляем вот этот ни в чем не повинный кексик. Берем побольше и сыпем. В духовке нужно разогреть до 220 градусов, кексы томить 5-10 минут. В моем случае это 8-9 минут. Ну, пока мне делать нечего. Эх, ну что ж, я мечтаю быть кондитером, потому что, по-моему, это очень-очень-очень хорошая профессия. Наши кексики уже почти готовы. Сейчас я возьму их. Не возьму их. Я, наверное, их вытащу. Буду вытаскивать. Так. Подставка под горячее. Тарарабубум. Шейк. А, горячо.
горячо. Мама, это кексы Халка. А, горячо. Получился. Да. Ну ладно. Смотри, какие квасивенькие, а. Изумрудные какие, а. Я сейчас поняла то, что я буду их нести в пакете. Они 100% перетрясутся, так что толку их так делать я не вижу. Ну что ж, ладно. Будет 2 у нас вот такие и 4 обычные. Ну, как сказать, обычные. Необычные. В общем, тогда сейчас я буду выходить на улицу и раздавать эти кексики. Девочка, привет. Привет. Как тебя зовут? Камила. А ты любишь сладкое? Очень. А у тебя есть какие-нибудь аллергии? Нет. Ну, меня зовут Баина, я юный кондитер. Мне 11 лет, и я испекла вот такие вот кексики. Дашь попробовать? Да, только там сразу хочу предупредить. Там 2 сладких. И 4 с сюрпризом. Выбери один. Давайте. Какой он? Ты видать везунчик. Тебе, понимаешь, из 2 сладких кексиков попал 1 из сладких. Ты прям везунчик. И мы пойдем к вот этим мамашам. Посмотрим, насколько. И теперь Камил пошла со мной. Здравствуйте. А вы сладкое любите? Нет. Печально. Здравствуйте. А вы любите сладкое? Очень. А у вас же нет никаких аллергий? Меня зовут Баина, я юный кондитер, мне 11 лет. И я вчера испекла кексики. Из них есть 2 кекса вкусных и 3 кексы с сюрпризом. Скажи, да? Вы можете выбрать из этих кексиков на свой выбор. Можете взять 2 на двоих. Поехали, да? Я надеюсь, да нет, там дырка была. Там дырка была. Дырка? Ага. Круто прогрызла. Я продырявила. Они одинакового цвета абсолютно, да? Ага. Баина молодец. Давай, не надо, страшно. Ну давай, чё, я первый. Я надеюсь, здесь не кур кошачий. Взяли, обратно ложить не надо. Съесть прям. Если чё, рядом с вами мусор. Хотя бы надкусите. Давай, раз, два, три. Можно я попробую? Это мне кажется... Вкусный? Я не буду пробовать. Это кекс с луком, видать. Просто там лукинки плавают. Что нет лука там? Значит, у меня вкусный нет. Я еще раз попробую. Может, я такая... того? Ну, мои вкусы специфичные. Я могу и сладкий пирог с супом, так что... У меня вкусный кекс. Тебе фартануло. Класс! Баина, спасибо. Да, обед. Мы тебя ждем. Спасибо. Спасибо. Мы пошли дальше. Пока. 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 Отлично пахнет. Выберите один. Так. С чем он? Поздравляю вас. Вы очень везучий человек. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо, до свидания. До свидания. Потому что они с сюрпризом. То есть я возьму любой, но у меня кушать, да? Да. На, а тебе остаток осталось. Все.
Давай. Не помню. Чем? Не, нормально. Нормально? Так, чем, мне кажется? Обычно сладкий рекс, да? Там есть... А у тебя что? Это, кажется... Это штука непонятная. Это редиска, видать. А у вас с луком? У меня с луком? Да, видать. Не знаю, вкусно. Сейчас... Ну, вон, видите, цельные кусочки. Они с луком, с этим, вернее, с редиской. Не знаю, с вами. Ну что ж, кому понравилось такое видео, ставьте лайкусики, подписывайтесь на мой канал, чтобы и нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного моего нового видео. И я скоро буду делать тортик. Молочная девочка. Кто это хочет посмотреть, обязательно нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить ни одного видео. Ну а всем пока!